страшно красиво. Больше всего от грозы пострадал областной центр. Во Владимире штормовой ветер и сильный дождь стали причиной обрыва линий электропередач и других чрезвычайных ситуаций. Деревья вырывало с корнем, они падали на проезжую часть, машины и дома. Еще одно. У остановки общественного транспорта «Красный крест» большой американский клен переломило буквально пополам. Дерево упало прямо на остановочный павильон. К счастью, в момент падения здесь транспорт никто не ждал. А в районе улицы Луначарского у дома номер один упавшие деревья повредили провода контактной троллейбусной сети. На место незамедлительно выехали сотрудники поисково-спасательной службы города и работники «Владимир Пассажиртранс». Они распилили упавшие на контактную сеть деревья и восстановили контактную сеть. Работа общественного транспорта с утра 15 июля началась в штатном режиме. Сломала несколько деревьев и на улице Соколова-Соколенка у спортивной площадки. А вот на Комиссарова оторванные ветки застряли в уличных тренажерах. Падали деревья и на улице Устиналаби, одной из них прямо на жилой дом. А у Владимирского института туризма упавшим деревом перегородило проезд и оборвало линии электропередач. Обвалило провода и обвалилось дерево. А на улице Михайловской местные жители по той же причине не могли попасть домой. Сильный ветер срывал и стальные листы с крыш домов и сносил заборы. Например, у дома номер 52 по улице Нижняя Дуброва повалило строительные заграждения прямо на стоящие на парковке автомобили. А некоторые улицы Доброго из-за сильного ливня превратились в реки. Серьезный урон грозовой фронт нанес во многих городах Владимирской области. Так, в Судогодском районе в селе Чамерево молния разрушила колокольню храма, а на подъезде в Боголюбово потоки воды вымыли грунт из-под отрезка трассы М7. Пешеходная дорожка ввалилась вместе с уличным железным ограждением. В общей сложности в регионе в результате прохождения грозового фронта пострадали более 100 деревьев. Повреждено 48 участков линии электропередач и около 20 автомобилей. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники МЧС неприятные последствия грозы уже ликвидировали. Всего привлекли 265 человек и 74 единицы техники. Также была собрана аэромобильная группировка Главного управления МЧС, которая находится в готовности при необходимости реагировать, ликвидировать последствия грозового фронта. Сотрудники МЧС привлекались для практических мероприятий в округе Муроме. Там была проведена работа по уборке поваленных деревьев. На ближайшие сутки неблагоприятных погодных условий Главное управление МЧС по Владимирской области не прогнозирует. Если подобный грозовой фронт снова приблизится к нашему региону, местных жителей предупредят об этом с помощью СМС-оповещения. Лада Кочетова, телеканал «Вариант».